Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Поздравляю всех мусульман с первых днем месяца Зулхиджа и хочу немножко об этом месяце рассказать. На 10-й день месяца Зулхиджа в 2021 году он выпадает на 20 июля. Пост держать строго запрещено, потому что в этот день отмечается самый главный праздник в исламе Курбан-байрам. Самыми ценными в этот месяц являются первые его 10 дней. Все эти дни месяца мусульманам предлагается провести в посте и усиленно молиться. Положено совершать как можно больше добрых дел. Пост месяца Зулхиджа не является обязательным требованием для мусульман. Однако никто не упускает этой возможности приблизиться душой к Аллаху и заработать себе прощение грехов. Именно в месяце Зулхиджа мусульмане совершают священный для них хадж. Это паломничество к святым местам Мекки, что расположено в Саудовской Аравии. Там находится самое главное святыня Кааба. Паломничество длится 3 дня. Это 7, 8 и 9 дней месяца Зулхиджа.